Алексей, это вам нужно? Уберите. Так, Алексей, не верит чудеса. Сейчас мы можем у всех, он должен поверить. Итак, Алексей, вы хорошо считаете? Проверяем. Раз. Нет, все должны видеть. Откройте. Раз, два, три, четыре. Все правильно? Вы хорошо считаете? Итак, понимаете, ваша задача угадать, какой у них будет шарик, левый или правый. Хорошо ли это шарик? Левый или правый? Правильно. Ну, давайте сосредоточьтесь. Вы видите его, да? Видите, видите, видите. А теперь уже не видите, правильно? Это настоящие чудеса. Потом ему расскажешь, как это делается.